Анапский филиал Московского педагогического государственного университета отметил 25-летие. Торжественное мероприятие состоялось в городском театре. В этот вечер звучало много слов благодарности и признаний в любви университету. Анапский филиал Московского педагогического государственного университета отметил 25-летие. Торжественное мероприятие состоялось в городском театре. Директор Анапского филиала МПГУ, заместитель председателя совета, почетный работник сферы образования Российской Федерации Елена Некрасова поблагодарила за высокую оценку труда, вручила награды самым активным и творческим студентам, искренне поблагодарила ветеранов вуза. 25 лет – это отличная круглая дата, за которой скрывается наш ежедневный труд, труд каждого из нас. Я желаю еще долгие годы процветания, благополучия и развития Анапскому филиалу Московского педагогического государственного университета. Ура! С юбилейной датой руководителя вуза Елену Некрасову и педагогический коллектив поздравили первый вице-мэр Анапы Светлана Балаева и председатель совета Леонид Краснорудский. Я хочу вам пожелать вот это ощущение дружности, коллективности и своего участия в том, что сегодня филиал активно работает и еще выпустит большое количество студентов. Вы формируете сообщество плечо к плечу с педагогами, с вашими руководителями между собой. Но это у вас никто уже не отнимет, потому что вы учились, вы преподавали, вы живете единым сообществом Анапского филиала Московского педагогического государственного университета. Дорогие друзья, с праздником побед творческих, побед на ниве педагогики, побед по жизни вообще и, конечно же, процветания нашему замечательному образовательному учреждению. Теплые поздравления в видеоформате прозвучали от ректора Московского педагогического государственного университета Алексея Лубкова. Также прозвучали поздравления от гостей торжества, руководителей других филиалов Московского педагогического государственного университета. Поздравляю вас всех с юбилеем. Удачи! Вот в этом адресе вся наша любовь к вам и признание за дружбу, за плодотворную совместную работу. Я думаю, что 25 лет – это только начало. Еще столько нам нужно успеть сделать. И я желаю вашему замечательному коллективу творчества, признания. Я горжусь. В ходе мероприятия прошло торжественное награждение ряда сотрудников и студентов вуза, переходящее в праздничный концерт. Супер, 25 лет. Такой красивый праздник, молодежный. И прошел он сегодня тоже по-молодежному. Интересно, креативно, на позитиве, мощно. Мы таким и хотели провести наш праздник, наш юбилей. Конечно, дальнейшего процветания, конечно, дальнейшего развития, конечно, столько же позитива и эмоций нашему филиалу, нашим студентам и нашим преподавателям. Огромное спасибо, кто все эти 25 лет рядом с нами. Любим, уважаем всех и каждого. За эти десятилетия филиал подготовил свыше 10 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые внесли и продолжают вносить заметный вклад в развитие практически всех отраслей просвещения и экономики региона. Поздравляю Анапский филиал Московского педагогического государственного университета с днем рождения. Хочу сказать, что это один из самых замечательных, самых значимых вузов Краснодарского края. И его выпускники сделали уже очень много для нашего города Анапы. И не только города, наверное, края, уже, наверное, и страны. Я хочу от имени городского совета ветеранов, от всех ветеранов нашего города воинской славы Анапа поздравить всех учащихся, преподавателей, состав из университета. Действительно, это наша подрастающая сегодня смена, это наша надежда на сегодня, надежда на будущее. Это просто невероятно. Это энергетика зала. Вы сейчас слышите эти аплодисменты, эти поздравления. Все сегодня для МПГУ. Дорогой наш МПГУ, от всей души, от всего депутатского корпуса, от всех жителей нашего города хотим искренне поздравить вас с 25-летием. За эти годы выпустилось очень много уже студентов, которые сегодня уже и преподают, и руководят учебными заведениями нашего города. Поэтому хочется пожелать еще больших успехов. Не сдавайтесь никогда,
живой такой вот энергии, как сегодня было в зале. Молодцы, ребята! Удачи и победы! В рамках празднования юбилея в стенах анапского филиала МПГУ состоялось открытие выставки творческих работ студентов и сотрудников кафедры социально-гуманитарного образования и дизайна анапского филиала МПГУ. Этой выставкой ее авторы хотели показать разнообразие дисциплин, которые изучают студенты анапского филиала. Это и основы композиции, и иллюстрация, и дизайн интерьера, и графический дизайн. От всей души поздравляю вас с этой замечательной датой. Главное богатство анапского филиала – это его люди, это администрация, это преподаватели, это студенты. И вы знаете, здесь вот в стенах анапского филиала чувствуется необыкновенная прекрасная атмосфера. В этот вечер звучало много слов благодарности и признаний в любви университету. Хочу поздравить анапский филиал с таким прекрасным событием, Елену Анатольевну, весь прекрасный коллектив анапского филиала МПГУ с юбилеем, с такой замечательной датой, 25 лет со дня основания. За свой долгий срок деятельности анапский филиал достиг определенных успехов, внес определенный вклад в совершенствование системы развития высшего образования, нашел свое место в рейтинге образовательных организаций в такое тяжелое время. Я с удовольствием поздравляю коллектив, желаю, чтобы у них всегда все получалось и чтобы дружба наша никогда не иссякала. Для многих собравшихся анапский филиал стал по-настоящему родным за годы работы, а некоторые из них сами были когда-то его студентами и приняли решение развиваться в его стенах как профессионалы. Алиса Давыдова, Мария Величенко, 39 канал.